Взорвался, опасная хуйня. Ты уверен, что он не разорвался? Уверен. А почему мы стоим так спокойно здесь? Он залез до конца. Да. А вот кассета. Вот направление, четко на Дебальцево, оттуда долбили. Кассеточка. Это из-под урагана. Ну, я уже Г произношу. Мягко. Еще кому? Да, Порошенко, гандо. Что мы продавать? Он сам об этом знает. И привет ему с Макеев. И скоро к нему в гости пойдем. Да. Целоваться будем. Вот этот Укроповский откуда? С Дебальцево. С Дебальцево? Да. 278 высоты. Там целую колонну их распиздячили. Две группы работала наших из Астуяри. Кто у нас? Кипиш, я понимаю, командир. Первый отдельный батальон мотострелков. Раньше была третья рота Царяк. Сейчас министр обороны. Ну что вообще было? Может, как в двух словах попасть? Что происходило здесь? Каша была. Бесилова. Они пытались прорваться с Дебальцева. Ага. Ничего у них не получалось. Так, а... Оперативно работали, блин. Это мы где сейчас находимся? Что такое? Это Лозовое. А там дальше, туда отсюда километров 11, Нижнее Лозовое. А Гадвинов где? В той стороне. Ага. Куда ехать надо. А это? То есть котел-то все-таки был? Был, да. Ну распиздячили его. Вот, вот.